По-настоящему теплая и дружеская атмосфера царила в Доме культуры молодежной. Рукодельницы курорта выставили свои изделия на предновогодней ярмарке. Здесь и декоративные елки, украшения для модниц, интерьерные игрушки. Глаза разбегались от красоты и пестроты выбора. Новый год, и вот просто мне нравятся такие вот именно игрушки с мордашками нарисованы. Они какие-то добрые. Вот это вот то, что мне нравится, то, что это делает. Все вырученные средства пойдут на деткам на помощь, в том числе и моего, потому что он у меня тоже ребенок-инвалид. Улыбки и восторг не только у ребятни, но и у взрослых вызвали необычные мастер-классы. Самые маленькие участники взяли в руки кисти и оживляли гипсовые фигурки. Здесь же роспись елочных игрушек, мастер-класс по танцам Tribal Fusion. Особый ажиотаж вокруг Виктории Пархоменко, которая сразила всех картинами, сделанными при помощи обычных восковых мелков и горячего утюга. Приходишь и видишь, что ты не один так, потому что постоянно же дома, постоянно с ребенком, а тут как бы выходишь и видишь, что есть люди, можно пообщаться, что-то интересное увидеть. Попробовать найти для себя занятие даже какое-то. На праздничном концерте гвоздь программы – рисунки песком. Под волшебными руками мастера оживают целые сюжеты. Кульминацией встречи стал аукцион. Самая главная цель у нас – сбор средств. Просто нуждающиеся дети, у нас наша организация, трое детей, которые поедут на реабилитацию лечения. Это детки с ДЦП и один с синдромом Леста. Среди лотов – куклы Тильда из Краснодара, украшения от новороссийского модельера Анны Скобликовой, интерьерные игрушки, сделанные руками мамочек, картины крестиком. Акция «Теплый марки» дала возможность каждому передать частицу душевного тепла тому, кому это действительно нужно.